Всем привет! Сегодня готовлю наипростейший, наивкуснейший пирог. Пирог, который любят в любой семье. Друзья, если вы еще не готовили такой пирог, обязательно готовьте вместе со мной. Начинаем готовить. Поехали! Нам понадобится 1 стакан сахара, не полный стакан. 1 куриное яйцо. И для баланса вкуса щепотка соли. Все это хорошенечко перемешиваем. Слегка перемешал и добавляю сразу какао. 2 столовые ложки. И снова перемешиваем. И перемешиваем до тех пор, чтобы не было никаких комочков, друзья. Добавляю стакан сметанки. И 1 столовую ложку подсолнечного масла добавляю. И снова перемешиваем до однородности. Беру примерно 80 грамм муки и добавляю пол чайной ложки разрыхлителя прямо в муку. Получается равномерно. И добавляем постепенно муку. Вот такая, друзья, должна получиться густота. Конечно, гуще, чем густая сметана. В общем, смотрите, добавляйте по чуть-чуть. У меня ушло где-то примерно 100 грамм муки. А вначале, друзья, я забыл вам сказать, что я сегодня буду готовить в мультиварке. Заранее я ее смазал сливочным маслом и отправляю тесто в чашу мультиварки. Тесто почти улеглось. Нужно его чуть-чуть встряхнуть. И все, и отправляем в мультиварку. На мультиварке устанавливаю режим выпечка ровно 65 минут. И наш пирог готов. А сейчас мы займемся очень вкусной намазкой. Беру небольшой сотейник. Отправляю в него 3 столовые ложки сахара, 3 ложки какао-порошок, 3. Нужно перемешать сахар с какао, чтобы не получалось никаких комочков. И понадобится примерно 2 столовые ложки сметаны. У меня сметана 15%. И опять хорошенечко смешиваю. Друзья, отправил на огонь. Выставил огонь минимум. И начинаем помешивать. Он становится мягким. Похожим на шоколад. И буквально еще через секунд 30 я отправлю примерно 50 грамм сливочного масла. Отправил масло. И опять помешиваю. Друзья, глазурь нужно постоянно помешивать, для того, чтобы она не пригорела. И как только масло уже растает, выключаем. Пирог наш уже должен дойти за это время. Сразу с мультиварки горячим отправил на блюдо наш пирог. Взял шпажку и делаем просто миллион отверстий, друзья. Максимально. Можно, если нету шпажки, можно просто вилкой. Пирог горячий, глазурь горячая. Отправляем глазурь сверху. И ложкой хорошенечко смазываем наш пирог. Все, друзья, оставляем его на 20 минут при комнатной температуре
И через 20 минут нужно подавать к чаю. Прошло 20 минут. Режем. Режем и пробуем. Ему хватает этого времени, чтобы пропитаться полностью, друзья. Вот такой вот кусочек получился у нас. Бомбический. Пирог готов. Осталось только чай приготовить, друзья. Пробуем. Друзья, настолько он нежный, с очень ярким выраженным вкусом шоколада. Просто нет слов. Ну, очень вкусно, друзья. Обязательно готовьте к чаю. Просто супер. Готовьте вместе со мной. Если вам понравилось, конечно же, ставим лайк. Подписываемся, кто не подписался. Нажимаем на колокольчик, чтобы не пропускать новых моих видео. А также делимся с друзьями и комментируем. Я с вами прощаюсь до следующего видео. Всем пока.